Меняем колодки на погрузчике Нео. Брызгаем ВД-шкой. Раздвигаем. Я уже раздвинул колодочки, чтобы вышли. Одна у меня нормальная колодочка. Вторая подносилась. Вот, видите, ребят. Но уже как бы фиговая. Берем вот такую новую. Вот она новенькая. Заталкиваем. И закручиваем. Вторую я менять не буду, потому что она нормальная. Там еще я менял уже ее в начале лета. Вот. И все. Колодки заменены. Вот так вот. 5 минут работы и час приготовления тому, чтобы поменять. Найти отвертку, найти ВД-шку, где-то потерял. Ну а остальная работа 5 минут и сделана. Всем добра, всем удачки, меняйте колодки, чтобы были с тормозами. Техника, а не вы сами.